Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, что у нас тут? Посмотри свой профиль игрока. Понятно. Это мы сделали в магазине у нас. Бесплатно, ага. Ремонтный бот. Забираем. Так, друзья мои, пойду-ка я быстренько сбегаю на аренку. Так, возьмем с тобой этот отряд. Прошуршим. Так, квест завершен. Новый противник. И это очень хорошо. Я думаю, здесь будет достаточно одного самурая. Сейчас он пойдет и будет всех топтать. Даже эту жабу с молотом. Порвет и не поморщится, смотри. Хоба. А если мы ему, например, еще в помощь бросим тыквоголового, то это вообще будет круто. Сейчас один удар и замок рухнет. Все, друзья. Отлично. Ну, это так, для разминочки. Ну что, а мы с тобой продолжаем проходить. Так, тихо. Сразитесь в боях, забираем с тобой. И у нас, насколько я помню, ребята, не завершен один уровень. Вот он. Так, а здесь я вот, значит, с кем встретился, да? Вот с ними я не смог сразиться. Ну что, берем с тобой имбовую нашу команду. И по-быренькому просто пролетаем этот уровень, даже не обращая ни на кого внимания. Я начну, наверное, с воина-мага. Пускай он пока летит. Дальше у нас, наверное, побежит Ронин следом, да? Будет прикрывать, так сказать. Ах ты, жук ты этакий, что ж ты делаешь, а? Давай-ка тогда мы с тобой... Видишь, что творит? Специально я вызвал летучку, ребята, специально. На-ка! Опять этот охламон, а? Блин. И этот Гаврюша, ну мы его разобрали. Так, нам, скорее всего, вот так понадобится. Давай, Ронин. А он не бежит, да? Он не захотел бежать. Тогда... Воу-воу-воу-воу. А ну-ка, се, получили свое. Так, ну что, замок разбомбили, друзья мои. Ну, вот и все. Теперь, как ты понимаешь, мы с тобой смело переходим на следующий телепорт. Так, давай-ка это все закрываем. Вот, мы с тобой забираем ядерный робот. 14 карточек. И у нас следующий портал. А следующий портал у нас начинает с захватчиков. Потом у нас идет подданные. Потом роботы. Нефритовая долина и нежить. Я думаю, что мы быстренько с тобой сегодня должны это все пробежать. Так, берем с тобой самый-самый простенький состав, подожди-ка, а какой лучше взять-то? Ну, наверное, вот этот все-таки придется, да? Давай попробуем. Почему я хочу именно его взять? Ребята, здесь пришелец, ты сам прекрасно видел, да? И я хочу, чтобы пришелец отвлекался на нашего ползуна. Потому что из имбы у меня здесь только джиггернаут. Ты понимаешь, да? К чему я клоню? Ага, вот он как начал. Хорошо, давай сделаем вот так. Смотри. Упс, а вот это плохо. А вот это плохо, ребята. Хотя нет, выжили мы. Ну что, Джаггер, давай выходи. Сейчас он будет меня, ребята, здесь доставать своим пришельцем. Да. Главное, чтобы он его не взял, как говорится, под свое управление. Так, наверное, нам придется с тобой вот так вот сделать. Вызываем некро. Ё-моё, опять. Опа, колобка свистнул, вот так тебе и надо. Пришелец фигов. Он схватил колобка, ребята. И улетел вместе с ним. Так что все, отлично. Ну, вот, вот это вот. Смотри, что он делает. Куда ты полетел-то? Дружище, куда полетел? Не понял, что произошло с пришельцем. Он почему-то, ребята, улетел от нас. Но обещал вернуться. Ну, как ты видишь, у нас с тобой первый этап прошел довольно легко. Да я думаю, и второй тоже, хотя здесь у нас вот появляется, ребята, воблер. Почти 24 тысячи, это... Ой, блин. Вот здесь вот против воблера наша банши, ну, практически бесполезна. Почему? Потому что он выпускает свои вот эти вот батаранги, я не знаю, как это назвать правильно. Вот, свои вот эти плетки, и они пробивают все. Все на своем пути. Угу.
Банши, ой, пришелец пролетел в холостую, так скажем. Давай. Оба-на. Вот, смотри, что сейчас будет. Сейчас будет, ребята, неприятность. Ну-ка. Хорошо-то как, пришелец опять, ребята, в холостую сыграл. И это круто. Так, ну что. Давай. О, ускоряшечка. Это вообще круто. Слушай, по-моему, победа за нами. Почему-то, ребята, с пришельцем что-то происходит. Он, по-моему, сломался. Я не знаю, что такое он делает, но почему-то никому не хватает и просто улетает. Ну что же, отлично. Тогда мы с тобой продолжаем. Третий у нас, ребята, бой. Здесь, как ты видишь, слизень-морпех. Слизень-морпех. Давай-ка мы, наверное, с тобой, знаешь, что сделаем? Нифига, так не хочу, ребята, не хочу. Потому что в той команде у нас только лишь тыквоголовый. А насколько мы знаем, он слабый довольно-таки по дальней атаке. Он силен против таких слабеньких, типа молотильщика или еще что-нибудь в этом роде. Но не против слизня морпеха, у которого тоже, ребята, массовая атака. То есть он попадает в кучу, стреляет в одного, а попадает в толпу, так скажем. Так, ну что, здесь мы, наверное, сделаем... Твою ж налево. Ну давай вызовем некро. Надо глушить, ребят, сейчас будет выстрел. Блин, боюсь, мы сейчас с тобой тут. Вот этого я и боялся, ребята. Ну-ка. Отлично. Мурпеха мы с тобой даванули. Глушим. Прекрасно. Так, пускай он отвлекается на моих колобков. Мы будем его потихоньку издалека бомбить. Ты видишь, что мы сделали? Хоба. И слизень-морпех стал за нас. Вообще великолепно. Что может быть лучше? Ну, давай еще одну баллисту призовем. Хоба. Так. Ну, слизень, ну что ты выпендриваешься, а? Слушай, по-моему, здесь победа будет за нами. Я вот... Смотри, видишь, у него ничего не срабатывает, ребят. Я не знаю. Фейлиц, короче, вражеский пришелец с каждым разом. Ну, а мы с тобой одержали очередную победу. Ну что, погнали дальше. У нас с тобой предпоследний поединок. Ага, у него, кстати, тоже здесь есть ползун. Окей, давай посмотрим, кто сильнее, кто будет круче, он или я. Ползуна, друзья мои, нужно контрить. Причем сразу же. Он будет сейчас высылать пришельца, насколько я помню. Опа. Взаимочка такая получилась у нас. А сейчас ведь будет вызывать пришельца. Ага, вот так он сделал. Тихо. Подожди. Ты что-то не то ты делаешь, парень. Так. Вот. Начинается. Схватил, да, обоих. И это круто. А ну-ка. Бомбим их всех. Да, замечательно получается. Так, боюсь, сейчас, наверное, похитят у меня джиггернаута моего. Через пришельцы. Как они это любят делать. Угу, так оно и получилось, да? Так оно все и вышло. Ну да ничего страшного, я еще одного джиггернаута вызову. И могу, в принципе, выкинуть клетку. Вот так вот. Вот и все, друзья мои. Ай, тихо. Кого он там? Колобка, что ли, захватил? Чудик ты этакий. Все, ребята, тут уже, очевидно, победа будет за нами. Прекрасно. Ну что же, переходим с тобой на последний бой. Ага. На территории захватчиков. И здесь у нас лорд пустоты. Я с ним, ребята, не буду один на один выходить. Я возьму свой имбовый отряд, который ты знаешь прекрасно, что может с ним сделать. Просто порвать его. А может быть даже сделать так, что он его не успеет призвать. Верно. Поэтому давай попробуем. Так, начнем, наверное, мы с тобой. Воу, тихо. Подожди. Сейчас же похитит. Надо же, Ронин у меня и выжил. Вау. Слушай, это что-то с чем-то. Смотри, он выжил, ребят.
Так, ну что тут сделать-то, я даже не знаю. Наверное, вызвать Ронина надо. И вот так вот бомбануть. Фиговенько получилось, да, конечно? Вызываем с собой прыгуна. Прыгуна, скорее всего, похитит пришелец. Скорее всего. Сейчас же выйдет лорд пустоты. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, вот об этом я и говорил. Ты посмотри, что творит. Ох, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давай-давай-давай. Эх, Ронин, не успел чуть-чуть. Бежит, 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 друзья мои. Погнали. Раз. Два-с. Ну? Какое еще сопротивление, блин, я не понял. А, он мой... Ах ты жучера. Он моего этого, ребята, прыгуна завербовал. Ты понял, что он сделал? Вот так вот. Слушай, у него, кстати, очень много здоровья еще по базе. Так что нам надо как-то с тобой поспешить. Ну, давай, давай, родной мой. Поехали. Слизень тут еще этот фигов. Да не отвлекайтесь вы уже на этого пришельца. Бомбите базу, 38 секунд всего лишь осталось. Хватит уже тут. Как говорится, натерпелись. Да, друзья мои, все у нас получилось. Мы разбомбили ему базу, соответственно, мы прошли с тобой эту территорию. Забираем с тобой сундук. И смотрим, что нам здесь выпадет. Выпадает нам с тобой лорд пустоты, жаба с молотом и пришелец. Так, и мы переходим с тобой на долину подданных. Так, здесь крестьянин плюс паладин. Ну, с крестьянином я еще смогу здесь справиться. А вот с паладином... Что нам делать, я даже не знаю пока. Поехали. Так, еще, да, вызвал одного? Хорошо. Так, нам нужно с тобой, наверное, призвать. Во-во-во-во, вышел, вышел, блин. Плохо. Давай тыкву голову жги. По полной программе. Давай этих всех там крестьяшек уничтожай налево и направо. Все, мы их замедлили. Да, тут мы с тобой победим. Вызываем еще одного мечника. Крестьяне будут здесь падать. На изи. Паладин не справится с нами здесь. Если мы еще, конечно, подкопим энергии и купим с тобой вот этого служителя тьмы, то вообще будет непобедимая армия. Все, ребята, оглушение, как ты видишь, тут проходит. Урон по замку идет. Еще выпустим с тобой вот так вот корни. И все. Распетрушим сейчас просто базу ему. Великолепно. Тут, ребята, у него даже ни единого шанса не было на какую-то там победу. Ну, а мы с тобой переходим на вторую битву. И здесь прибавляется копейщица. Ну, что тебе сказать по копейщице, ребят? Она сама по себе очень легкий противник. Единственный ее, наверное, плюсик, это то, что она пробивает сразу несколько противников. То есть, если они стоят вместе, она бьет по первому и по тому, кто стоит сзади. Плюс у нее есть возможность оттолкнуть моего юнита назад. Есть такой шанс. Небольшой, но он есть, ребята. Так, вот это я тут, ребят, по-моему, сглупил. Кое-что сделал не так, как надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Видимо, да. Корни, если я успею выпустить, то нам повезет. И корни я успеваю. Тогда все окей. Тогда все окей. Так, смотри-ка, хотят меня, конечно, прижучить здесь, понятное дело. Но сейчас нам поможет с тобой именно... Я уже забыл, как увеличать, господи. Служитель тьмы, конечно же, ё-моё, это же надо забыть всех, а. Так, ну, в общем, все великолепно. Самурай упал в истерику. Это дает нам шанс, что враг не пройдет. Выпускаем с тобой корни. Сразу же враг только появляется из замка, попадает в замедление. Ну, а мы наносим урон и замку, и, как говорится, его жителям. Так что, друзья мои, тут вообще все на изи. Двигаемся дальше. У нас с тобой осталось на этом отряде всего лишь две энергии. Смотри, у них здесь грифон появляется. С грифоном этот отряд не сможет играть.
Вот, наверное, нам придется вот этот брать отряд. Против грифы, который еще может, извини меня, пикировать, нанося при этом огромный урон. Именно всадник мажора влияет. Так, тихо. Ты куда, хлопчик, разогнался? Ничего себе, побежал такой уверенный. Давай-ка. Вот, совсем другое дело. А я буду тем временем копить, наверное, на всадника. Ой, да, на всадника на журавле. И, может быть, даже на паладина. Так, тихо. Давай, наверное, палыча призовем еще на помощь нам. Теперь вот так еще сделаем. Замечательно. Видишь, паладин, ребята, может пробивать воздушные цели. Причем довольно легко он их уничтожает. Ну... А вон и грифон, друзья мои, появился. Да, грифон, конечно, сейчас тут будет нам мешать очень-очень сильно. Я, знаешь, что думаю? Может быть, нам призвать с тобой друидку? Что скажешь? По-моему, придется нам ее призывать. Ну-ка. О, видишь, что он делает? Вот так вот, ребята, грифон вредит. Ну, по-моему, здесь у него шансов нет, ребят, на победу. Так, давай вот так сделаем. И вот так. Хобок, стеночки их прижучили. У меня всадник на журавле, как понимаешь, отхил получил. Именно за счет вот этих вот рун. А вот это плохо. Так, дай сюда карточку на крестьянина. Ну все. Хорошая победушка у нас получилась. Так, ну что же, мы двигаемся с тобой дальше. У нас предпоследний раунд. И здесь прибавляется еще лучница. Но тут я уже, наверное, все-таки позволю себе взять вот этот отряд. Хотя лучница, ребята, ее нельзя как бы считать слабым персонажем. Как бы физическая атака, да, у нее слабая, но она стреляет из лука, тем более огненными стрелами, которые наносят очень хороший периодический урон. Блин, и он начинает с паладина. Слушай, а если я, например, успею... Нет, я не успею, они не дадут. Они выпустили... Я хотел просто выпустить деда. Старого нашего вояку, но, видишь, не выйдет. Так, если мы, конечно, не успеем... Вот, успел, все, ребят. Фур не выпустил, и вон, видишь, что делает лучница. Очень хорошо она бомбит, тем более радиус атаки дальний у нее очень хороший. Но если она попадет под удары нашего тыквоголового, то спасу ей, конечно, не будет. Потому что по физухе она, ну, не вытягивает. Так. А служитель тьмы, конечно же, хиляет. И это круто, когда он хиляет именно самурая. Потому что самурай сам по себе довольно крепкий. Мужичонка, да? О, ты посмотри, кто у меня тут вышел. Узнаешь? Да-да, именно старый воин. Сейчас будет кромсать всех тут. Ему по барабану. Кто на его пути стоит, он разруливает. Эти дела, эти фишки просто на 5 сек. Он щелкает это, как орешки. И мне он нравится. Хотя вот лорд пустоты тоже, наверное, неплох. Я все грозился его взять. И никак все не могу, забываю, видимо. Ну что, друзья мои, вот и очередная победушка. Так. Слушай, а может быть, нам сейчас с тобой взять его? Ну, я имею в виду лорд пустоты. Нам нужно зайти в армию, да? Так, армия. Лорд пустоты у нас находится вот здесь вот. Вот он. Прокачать его по фулке. Все, ребят. А как нам его заменить, ты помнишь? Так, вот он отряд. Мы его убираем. И ставим сюда вот этого. Отлично. Будет возможность, как говорится, заценить его. Ну что, поехали. Последний у нас с тобой бой. Слушай, как думаешь, мы сможем справиться вот этим отрядом против... Вряд ли. Бишоп, если разойдется, да, епископ, это будет трындец. Поэтому, наверное, все-таки возьмем свой имбовый отряд, который очень-очень-очень редко нас когда-либо подводил. И то, наверное, из-за моих только ошибок, а так он сам по себе очень великолепен. И вот я думаю, что вместо ведьмы сюда было бы, конечно, хорошо поставить друидку. Наверное. Хотя и ведьма здесь тоже неплохо рулит. Ну что же. Пока все будет хорошо. Так, паладин опять, да? Не бежит, ребята, не бежит он. Сейчас быстро его, конечно, уничтожат.
Отлично. Так, давай эту... Опа, нормуль. Давай, уничтожай этого грифу. Шикарно. И я хочу призвать, наверное, ведьму. Давай, ведьма, иди. А вон, ребята, и епископ вышел. Как вышел, так и отдуплился. Вот и все. Я же тебе говорил, что эта команда превосходная. Она всех уничтожает. Ну что же, а нам остается только с тобой забрать сундучок. Сундук подданных. И достается нам здесь Санта-Клаус, эльф и фехтовальщик. И мы переходим с тобой на территорию роботов. И так, у нас тут щитобот плюс БФГшка. И я думаю, что вот этот отряд, ну вот именно в данный момент он должен здесь справиться. Давай попробуем, протестим. Я хочу протестить лорда пустоты, конечно же. Но в этой игре вряд ли у меня получится его выпустить. Так, ну, если честно, то щитобот... Ой-ой-ой-ой-ой, щитобот в любом случае здесь. Блин, тут еще и БФГ. Ёлки ты палки. Слушай-ка, тут, по-моему, попадусик у нас с тобой сейчас будет. Ну-ка. Он же сейчас БФГ может пробить, ребят, своим лучом через весь ряд. Ты посмотри, как мы с тобой... Ох, вот он так и сделал. Корни, корни нам помогут с тобой. Так. Что-то не канает, да, по-моему? Не канает, ребята, здесь у нас. Ну. Давай, давай, давай. Нам надо вот эти вот БФГ-хи выносить. Да. Что же сделать? Давай вот так попробуем. Через служителя тьмы. Офигеть, он пробил все. И служители тьмы, и все, кто там был, ребят. И даже тыквоголовый пострадал. Ну что, давай вот так вот. Надо прижужить, понимаешь? Если мы их прижмем возле стеночки вот здесь, то все, БФГшки не смогут отпрыгнуть, соответственно, будут получать сразу капитальный урон. Вот даже вот так вот, видишь? Все, нормуль. Плюс ускоряшка нам выпала. Да-да-да. Все, ребята, теперь ничего нам не страшно. БФГшка даже если появится, но она, конечно, может ультануть сразу же с удара, но это маленький шанс. Ну, что у нас там происходит? Да все хорошо. Сейчас мы с тобой пробьем замок ему. Вот и все. Самое сложное, я считаю, это первые два боя. Почему? Потому что, ребята, очень маленькое расстояние между замками. Тут, как говорится, если ты упустишь инициативу, то все, тебя распишут. Так, а вот здесь интересно получается у нас с тобой картинка. Здесь молотильщик и БФГ. Поэтому я возьму вот этот отряд. Только лишь потому, что здесь паладин, который не упадет с одной плюшки, да? И, соответственно, всадник на журавле, который будет помогать мне бомбить с воздуха наземные цели. Тихо-тихо-тихо, ты куда это? Куда это ты собрался, парень? У меня же то же самое есть, что ты думаешь? Нет-нет-нет-нет, не прокатят твои финтифлюшки здесь. Ай-яй-яй, давай. Всадник на журавле, естественно, ребята. Бомбим. Так, нет-нет-нет-нет, ты БФГ... БФГшку-то будешь? Так, хорош. Замечательно. Так, Палыч, давай, выходи. Ну, что я могу сказать? Вот здесь, ребята, когда вот прижимаешь их возле стенки, то тут стопроцентная победа. Почему? Потому что... Они не успевают ничего сделать. Вот они здесь стоят всей кучей, и мы их просто пробиваем здесь. Они выйти никуда не могут. Нету им, как сказать, просторы для прогулки здесь. А мы в то же время по ним бомбим и, соответственно, по замку. Так, ну что же, отлично, отлично мы с тобой идем. У меня пока никаких нареканий нету. И вот бомбер, бомбер, это да, бесявый, конечно. Но я думаю, этот отряд справится. Против бомбера всадник на журавле очень даже неплохо зайдет. Плюс паладин, который, еще раз повторю, не такой животный, именно по ХП. Он стоит довольно сильно, и бомбер его так сильно не уничтожит. Даже щитобота тоже не пробьет. Так что побежали. Ага, а вот молотильщика как раз-то он может уничтожить. Но он не попал по нему. Так-так-так-так, тихо-тихо-тихо. Плане. Что-то как-то быстро они тут разбомбили там моих ребят. Посмотри. Такого не должно было быть.
Вот, мы берем с тобой преимущество. Блин, взяли. Вот это все, этот хламон, ребята, да? Вот видишь, что он творит? В обратную сторону пошел. Да елки-палки. Превражение закончилось, да, не вовремя. Как ты достал со своими этими, а? Все. Ну, друзья мои, тут все понятно, да? Посмотри на здоровье его базы. Все, распластался. Ну что же, продолжаем. Кстати, у нас с тобой довольно приличное количество монет уже накопилось. Может быть, нам кого-то пора прокачать хотя бы капельку, а? Да зачем арена-то, ё-моё, куда ты? Да не хотел я никого пока искать. Это мне не нужно. Я хотел зайти в армию. Хотел зайти в армию и посмотреть, кого тут можно прокачать, ребят. Слушай, этот у меня всего лишь 2 звезды епископ имеет. А чё он такой? Даже Санта-Клаус и то имеет 3 звезды. Господи, хотя он введён совсем недавно в игру. Слушай, а грифон у меня, да, по максималке прокачан грифон. А ты, дед? Тоже, ребята, прокачан по максималке. Слушай, а кого же тогда мне прокачивать? О, и есть, ребята, 4 звезды у когтистого. Костяной хранитель. Давай я в него, ребята, вложусь. Посмотрим, какой максимальный уровень мы с тобой ему качнем. Ну, соточку вряд ли, да, возьмет. Соточку вряд ли. Все. Друзья мои, ну 90 уровень вкачали за один присест, это считай круто. Еще 10 уровней поднимаем, и он будет соточка, да? Ну, правда, он не фуловый. 5-й звездочки пока у него нету. Так, здесь что? Здесь хилбот, да? Будет под щитоботом стоять. Ну, я думаю, что мы и здесь с тобой справимся. Ну, обязаны. Так, сейчас будем копить. Сейчас, естественно, он будет выпускать щитобот. Потом, по-моему, молотильщик будет идти. А следом именно хилбот. По-моему, такую он делает комбинацию, насколько я помню. Да? А у меня здесь хоп и паладин. И молотильщик сдулся. Теперь моя очередь, да? Критовать. Видишь, что он делает? Ха-ха. Вот, ребятушки. Попал, короче, его ремонтный бот. Без страховки, как говорится, да? Ему его просто распетрушили. Опа, БФГшка, кстати, выпала мне. Это хорошо, друзья. БФГшка у меня не прокачана. Это уже на 5 звезд. Давай. Жарю. Вот как меня бесит этот луч, а, у БФГхи. Просто бесит. Этот луч через весь экран летит, понимаешь? Так же, как циркулярка у этого, у молотильщика. Тоже через весь экран. Ну-ка, давай, прижучиваем их. Давай, всех этих БФГшников на уничтожение. Так, он опять за свое, да? Он опять за свое. Получил? Да выпендривался. Что-то я не могу понять, ребята. Одного за другим просто вызывает, прикинь? Но если он сейчас тут хилботов наплодит, ребята, я не смогу пробить его. Сколько времени? 56 секунд. О, еще одна БФГшка выпала. Ну, тут уже все, ребят. Тут уже он сдулся. Приплыл, так сказать. Ой, тут еще и заморозка. Все, кранты ему. Я считаю, это был хороший бой. Так, ну что. Последний, заключительный у нас здесь бой. Я не знаю, наверное... Блин. Ну, друидка, в принципе, должна здесь справиться. Но это если рисковать. А я не хочу, ребята. Я хочу пройти напрямую. Потому что в прошлой игре мы с тобой 2 раза сфейлились. Или сколько? 3. И нам не хватило пройти полностью от телепорта до телепорта, да? Персонажей. Так что давай попробуем здесь по Шурику с тобой сделать. Естественно, будет у нас выходить маг. Ага, а он что делает? Тогда нам понадобится Ронин еще. И Ронин, как всегда, не бежит. Ну что тебя? Видишь, что творит? О, тогда все, ребят, тогда ему крышка. Тогда ему крышка, ему здесь уже ничего не поможет. Все, парень, сдулся. Ты инициативу потерял.
Соответственно, за это ты будешь наказан. В 3 секунды мы ему базу распилякали, понимаешь? Ты видел, что у меня сделал прыгун? Он прыгнул, впал в неистовство и, соответственно, разбомбил все. Ну что же, забираем с тобой сундук. Угу. Ремонтный робот как раз мне нужен. Я его, ребят, хочу прокачать тоже на 5 звезд. И у нас с тобой две локации осталось. Нефритовая долина плюс нежить. Ага, тут ниндзя. Тут, друзья мои, ниндзя. Поехали. Как говорится, ниндзя против ниндзя. Да? Тут будет, скорее всего, бог ветра у нас. Или же богиня солнца. Тихо, 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 родной, тихо. Посмотрим, кто сильнее. Ага, он сразу выпускает. Блин, а мне вот надо еще накопить успеть. Слушай, ну по-моему, мы все равно, ребят, сильнее. Да, мы сильнее, получается. Ну-ка, давай смотреть. Я еще вызову голема. А вот это вот, это подлинка. Так, ну-ка. Хе-хе-хе. Да выпрыгивались, ниндзюцу. Разобрали мы их, да. Опять, смотри, в истерику впадает. Так, давай дальше тогда вызывать. Все, крышка. Тут мы их уже прижучим, друзья. Моя БФГшка еще не проапанная по полной программе. Ну давай, давай, давай. Почему-то они бомбят именно по замку. Они не стали уже уничтожать ниндзю, сказали. Да зачем она нам нужна? Нам же главное победить, да? А не большее количество врагов уничтожить. Ну что же, а мы с тобой переходим на следующую. Фу, храмовый пес. Ну что он нам сделает? Да ничего. Порычит, полает. Ну максимум кого-то может пугануть. Тот отбежит там на 3 секунды назад и вернется обратно. Так что храмовый пес, я вообще не считаю, что какой-то имбовый здесь перс... Ай, тихо, тихо, тихо. Да блин. Опа. А вот это, ребятушки, недочет мой. Причем ускоряемся, знаешь почему? Уж никак я не думал, что он... У него дальняя атака получается у пса. И за счет нее он нанес мне урон по базе. Вот так вот. Вот что значит недооценить врага. Да, круто я тут, конечно, попал. Ладно, переиграем, ничего страшного. Не хотелось, конечно, терять попытку свою, да и к тому же. Причем так тупо. Блин, храмовый пес, а. Нет, надо было сразу, ребята, нападать. А я что-то там рассусорил. Ладно, хорошо, давай переиграем все заново. Так, выпускаем, значит, с тобой голема, да, в первую очередь, потом ниндзю. Пошли. А, у него самурай. А вот пес. Ну давай ты, ниндзя, елки-палки. Окей. О, вот это плохо. Да вернись ты, развернись, говорю. Ты понял, почему, да, это плохо? Потому что он разворачивается, и, соответственно, храмовый пес может подойти и своим лаем нанести урон. Это как толкатель в свое время. Если ты рядышком с ним стоишь, или он рядом с базой, он своей вот этой ударной волной наносит повреждение. Вот и все. Так, ну здесь-то мы с тобой рулим. Так, монетку дай. Ой-ой-ой, мои ниндзя, мои родные ниндзя, вы что? Что вы так с ними-то? Безжалостно, на тебе. Так, началось, да? Пугачество вот это вот. А ну-ка, молнии. Оглушили. Разобрали, разобрали. И все, ребята, и сейчас им крышка. Мы уже разбираем замок. Да чтоб тебе. Ну, они бьют замок почему-то, а не ниндзю. Не знаю, почему так происходит. Они должны, по идее, уничтожить вначале юнитов, да, а потом бить замок. А они почему-то все равно бьют просто замок. Ну что, у нас с тобой третья миссия. Ага, давненько я не встречал вот эту черепаху с такой вот мощной атакой, но очень медленной перезарядкой. Так, а у меня из дальнобойных кто? Только ниндзя, да? И БФГшка получается. А черепаха обычно стоит очень далеко позади и своими снарядами бомбит, как из напалма.
Так, ниндзя. Как вот он успевает вызвать и самурая, и ниндзю? Я вот не понимаю, ребят, одновременно практически все это делает. Но моя ниндзя бомбит. Так, ну тихо. Отлично, но ниндзя-то выжила. Давай-ка еще одну ниндзю позовем. Сейчас чувствую, черепаха тут появится, тортила это. Да? Появится или нет? Что-то пока не вижу ее. И это хорошо, что я ее не вижу. Еще бы тысячу лет ее не видеть. Вон она, появилась. Но мы ее что-то так быстро снесли, что я только увидел ее фон, и все. Поехали. Какое еще сопротивление там у кого-то было? Ты видел, когда молния бомбила? Сопротивление. Не понял, почему это по нолям дамага не получает? Так, давай, богиня солнца, жарь их всех там, к ядрени фени. Совсем, смотрю, раздухарились. Ну что же, прижучили мы их с собой. Так, и у нас... Какой там бой-то получается? Предпоследний. Ага. Копейщик. Слушай, я, наверное, успею, да, вызвать голема против копейщика. Я ведь знаю, что он сейчас будет спавить меня. Ну, так оно есть. Ну, давай, 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 давай. Есть контакт. Фиг ты меня пробьешь, хламон. Так, дальше кого мы с собой вызовем? Да, скорее всего, ниндзю. Скорее всего, ниндзю. И он тоже ниндзю. Ну, правильно, знает, что делать. Так, дальше мы еще с тобой вызовем. Нет, БФГ лучше. Лучше, друзья мои, вызвать БФГ. Тихо-тихо-тихо, что-то раздухарился здесь. Ну-ка, молнии. Да что такое-то? Блин, молнии бомбят по нему, ему пофиг. Зашибись. БФГ там застряло, елки-палки. Еле-еле идет. Ну вот, вот, началось. Так, давай-давай-давай-давай. Петрушевой там по полной программе. Отлично. Так, что сделать? Что сделать? Молнии копятся. Жаба с молотом пошла. В поле денежку нашла, да? Ну, ты видишь, тут самураев мы с тобой разнесем. Легко. Все, прижучили мы, короче, возле замка. И, соответственно, сейчас будем разбирать. Молнии врубаем. Круто. Отряд Трисогузки победил. А мы с тобой переходим на последний бой на этом этапе. Ну и как ты видишь, здесь будет бог ветра. С ним я шутить не хочу, ребята. Тут как раз энергия накопилась. Возьму свой имбовый отряд. Он, в принципе, для этого и создавался. Для самых тяжелых ситуаций. А раньше я как вспомню с этим Т-1000. То есть Т-10000. Потом кто у нас там был еще? Бог ветра, ты посмотри старые видосики. Как я там с ними мучился, с этими боссами. По 10 раз там фейлился. Сейчас-то, конечно, когда я сделал себе супер-пупер отряд, все идет на изи. Как и должно быть. А раньше ничего подобного. Кто там, что там зафыркало? Ниндзя, что ли, там вышло? Обожаю, когда вот это отражение идет у нашего мага-воина. То есть они по ней бьют, а урон возвращается им обратно. Так, здесь кто? Босс... А, бог ветра, да? Понял. Что-то мне кажется, что он даже не выйдет. Ну-ка. Какие-то боссы в последнее время трусы пошли, да? Они даже не боятся нос свой высунуть. Для меня так это вообще замечательно. И что у нас тут? Ага, Сакура... 12 500 голды и 9 карточек на пса. И у нас с тобой последняя территория. Это долина нежити. Так, а у нас... О, у нас тут очень много еще энергии. Так, давай-ка, наверное, сыграем с тобой вот за этот отряд. Как говорится, добьем эти две энергии. Подожди, как кто там? Подожди, а кто... Кто у него там? Блин, я уже забыл. Банша, по-моему, да? Самый дешевый. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай-давай-давай. Блин, сейчас же будет орать, а? Истеричка-то это. Сейчас же начнет тут кричать во всю Ивановскую. Вот-вот-вот об этом я и говорю. Ну, давай так тогда сделаем. Ага, оттолкнули, ну вот. Бамах. Так, а если вот так вот? На-ка тебе, крикунья, докричалась? Все, ребята, идем.
Ускоряха. Так, квест завершен. Истерия, вот это точно. Лучше и не назвать для этого уровня. Истерия, точно. Так, забираем. Еще 4 гема, ребята. Так, одержите победу в битвах на 15 аренах. На 15 аренах. То есть мы пока на 14, да, победили. Так, здесь, ой, а вот тут, ребята, прыгун. С прыгунком нам надо как-то с тобой... Наверное, вот это я возьму отрядик здесь. Блин, ненавижу прыгуна, ребята. Вражеского, конечно же. Сейчас начнет. И молитесь на то, чтобы у него не было истерии. Ты сейчас специально, да, так сделал? Я ведь знаю, что ты так специально все делал. Блин, он вынуждает меня, ребята, просто вот так вот поступать. А, давай, паладин, пошли. Придется так тогда делать. Слушай, а почему он... Опа, вот сейчас было вообще великолепно. И смотри, сейчас пойдет прыгун, да? Специально это сделали, да? Но я успел, ребят, перехватить, и у него не было истерии. Так бы фигушки бы нам помогли бы эти все ребятульки. Да хорош тут уже пыхтеть. Разбирайте их всех налево и направо. А вот, а нет, 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 истерии не было, ребят. Тогда все. Тогда я тебе скажу одно, что мы здесь с тобой разрулим ситуацию. Все-таки. Нет, не надо. Да, ребята, забомбили быстрее моему замок. Ну что же, дальше идем. Третий поединочек. Третий поединочек. Здесь когтистый прибавляется, да? Когтистый хранитель. Как ты думаешь, вот этот отряд сможет выручить нас? Против когтистого, блин, тыквоголовый вообще не, ну вот ни разу не заходит. Просто ни разу. И он своими вот замахами, он бомбит и наземные цели, и воздушные. И кто попадает, например, вдвоем они будут стоять, он и двоих прижмет, так сказать, мало не покажется. Единственное, что корни мне могут здесь хорошо помочь, корни. Да блин, толку-то от этих корней, сейчас банши тут еще. О-о-о. Так, ты смотри, смотри, какой разбор идет. Ну это люто. Давай корни выпускать. Так, слушай, ну может быть все-таки есть небольшой шанс. Если мы с тобой попробуем вызвать, например, лорда пустоты. Давай попробуем его вызвать. Посмотрим, как он будет здесь себя проявлять. Уж очень хочется мне посмотреть. Ну-ка. Что-то я пока ничего не вижу. Блин, он слишком... Ой, как он долго накапливает свою вот эту вот дребудень. Свой вот этот выстрел. Ну да. Долго, долго он копит. В принципе, у него больше никакой атаки нету, да? Кроме вот этого вот луча. Так, 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 так. Ураганчик. Слушай, по-моему, все-таки дед будет намного лучше. Старый воин, согласись. Что-то как-то очень долго заряжает, пока выплюнет, еще если и попадет. Не знаю, ребят. Что-то как-то он меня не особо вдохновил. Так, ну что, давай переходим с тобой на следующий, предпоследний поединок. Здесь у нас, блин, у нас энергии-то осталось мало. Блин, прыгун опять. Твою ж дивизию, а что мне делать? Я чуть сомневаюсь, что вот этот отряд сможет здесь выстоять. Тем более прыгун. Не, ну джаггер, если только. Так, джаггер. Да джаггера еще дожить нужно. Плюс если истерия, опять же он пройдет. Не знаю, ребят. Ну давай посмотрим. Ой, он уже вышел. Он уже вышел, друзья мои, и идет в моем направлении. Так, готовимся к прыжку. Опа. Так, хорошо. Да, вызываем некро. Он сейчас будет его вызывать. Еще сейчас вызовет прыгуна, не волнуйся. Сейчас так и будет. Давай, наверное, вот так сделаем. Решетку с тобой. Вон он, ребята. Прыгун. На-ка тебе.
Слушай, ну как бы есть небольшой шанс. Маленький. Попробуем воспользоваться им, да? Я просто, знаешь, что хочу сделать? Вот вызвать жнеца. И сделаем с тобой вот так вот. Воу-воу-воу, ты видел, что сделал? Вот так вот, ребята, этот прыгун может уничтожить пол армии своей вот этой истерией. Но не в этот раз. В этот раз ему ничего, ребят, не светит. И мы с вами уничтожаем ему замок. И у нас впереди с тобой последний заключительный бой, который возьмет на себя наша имбовая команда. Поверь мне, она продавит все под собой. Поехали. Да-да-да, продолжить. Тут даже не напрягаясь, друзья. Просто вызываем с тобой мага воина. Потом, естественно, нашего Ронина. И вот все в таком духе. Поехали. А, тут когтистый. Если бы Ронин, конечно, бы еще выбегал бы, как говорится, тапками шелестя, было бы намного лучше и приятнее. Но он этого не делает. Окей. Я просто хочу призвать ведьму. Так, а вот это уже непорядок. Вышел наконец-то, на-ка. Ну, главное, ушатал. Так, давай, уничтожай всех этих охламонов, халабут. А вот, ребята, и дедулечка вышел. А вот это он зря. Смотри, что мы делаем с тобой. Тьюх. Вот и все, и нету деда. Прекрасно, смотри. Опа. Так. Банша там разоралась, а? Ты посмотри на нее. Да, у ведьмы, конечно, урон обалденный. С двух ударов уничтожает голема. И все. Вот как-то так. Да, мы с тобой прошли от телепорта к телепорту. Давно такого не было, если честно. Так, вот эти зомбики мне нужны. И забираем с тобой здесь награды. Прыгун у меня прокачан. Так, Сакура не помню. А фехтовальщик не прокачан еще. И у нас с тобой 138 портал. Да, долина подданных. Роботы. Захватчики, нежить. И все? Так, а у нас есть где-нибудь энергия? Есть, ребят, на одном отряде. Ну что же, давай возьмем и попробуем отыграть. В принципе, этот отряд неплохой, потому что здесь есть щитобот против бродяги, это будет самый топчик. Ага, он вон как делает. Так, ну ладно, давай сделаем с тобой вот таким вот образом. А вот и бродяга, друзья мои. Сейчас тут начнется. Поехали. Вообще-то я вызываю паладина. Эй! А как? Это вот сейчас что такое было? Я не понял. Как у него могло быть два инвиза? Это бред, ребята, это бред полный. Блин, я хочу успеть. Блин, они, наверное, сейчас замок уничтожат, да, скорее всего. Давай, друидушка, сделай добро. Да, блин, поставь ты этот тотем на отхил, да? Фиг там. Трындец. Вот и отыграл, называется. Эти взяли там, просто распластали ему замок. Вот и все. И энергии больше у нас нету. Да. Ну что, дорогие друзья, тогда на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.